примерно вот так вы, скорее всего, представляете квикскопы. Но на самом деле этот навык удел далеко не только мувимейкеров. Идея квикскопа – начинать стрельбу еще до того, как завершилась анимация прицеливания. В PUBG на момент первой же миллисекунды после входа в прицел пуля летит идеально точно. Соответственно, если ты понимаешь, где будет твой прицел, можно смело начинать зажимать по противнику, не дожидаясь конца анимации какого-нибудь 4x, выигрывая драгоценное время. А для того, чтобы делать это наилучшим образом, нам и нужно изучить, как работает квикскоп в мобильном PUBG. Что ж, поехали! Когда-то давно, перейдя в PUBG из Critical Ops, игры по типу CS, я нехило так прифигел, что тут при квикскопе пуля летит далеко не в центр, и даже посчитал это багом. Но на самом деле PUBG оказался куда более продуманным в этом плане. Да, мне, возможно, как и вам, реально показалось, что пуля летит не в центр. Но ощущение было обманчиво. Сейчас объясню. Когда в PUBG меняется положение камеры, от того меняется и центр прицела. Нагляднее всего это показывает прицеливание от плеча. Когда мы используем его вместе с левым наклоном, камера сильно съезжает в сторону, отчего также меняется положение перекрестия. Аналогично. Если мы переключаемся на первое лицо, камера перемещается в глаза персонажа. Он стоял слева снизу от камеры третьего лица, поэтому при переключении прицел сместился левее и ниже. Теперь понимаете? В момент того квикскопа камера сместилась в прицел оружия, которое находится правее и чуть ниже перспективы персонажа. То есть, если смотреть относительно прицела от бедра, то пуля вроде реально не по центру упала. Но с перспективы оружия все четко. Тут все абсолютно логично. В этом нет никакого рандома или мистики. Квикскоп в PUBG – это действительно полезный скилл, которым можно овладеть. Только вот для этого мы должны понимать, как именно сместится перспектива после входа в прицел, и учитывать это при прицеливании от бедра, корректируя положение перекрестия. На самом деле, если вы играете в PUBG хотя бы полгода, уже, скорее всего, делаете что-то подобное, осознавая того или нет. Я же призываю пойти в полигон, убедиться во всем вышесказанном и закрепить этот навык, который неоднократно вас засейвит. У меня на сегодня все.